Всем привет, с вами Михалыч. Друзья мои, пришло время выкладывать плиточку в ванной. Значит, сам процесс я вам не буду особо рассказывать, я вам просто расскажу нюансы. Ну, процесс простейший, используя гребенку, накладываем клей на пол и выкладываем плиточку, в данном случае это керамогранит, ну, используя крестики, да? Для того, чтобы проще было соблюсти пропорции, там, чтобы красиво все это ложилось. Сложности в этом, я думаю, никто не находит. Сложность заключается в другом. В условиях пандемии, сами понимаете, магазины все закрыты, и я не смог купить большой плиткорез. Маленький плиткорез есть, но он маловат у меня для этих дел. Плюс ко всему, есть и куча другой там приблуды. В данном случае она тоже мне не помогла. Вот такие вот клещи есть. Плитку обычную режут хорошо, но здесь ничего не получается по-хорошему. Видите, вот идет все в кривь и в кость. У нас обычным стеклорезом пробовал, тоже ерунда все это. Пришел к выводу, будем использовать шлиф-машинку. Да, но опять-таки диска по керамике у меня нету. И будем использовать диск по камню. Хотя плитка, конечно, горит немножечко, но все-таки отрезать мне удалось. Делал я это достаточно просто. Прорезал плиточку на примерно наполовину, на глубину. Вот. Почему наполовину? Меньше не стоит, потому что опять-таки может пойти скол не туда, куда надо. А потом просто-напросто обламывал ее вот таким вот макаром. Угу. Ну, все работает в принципе нормально, в пределах нормы. Далее, значит, вот плиточку мы положили, да? У нас остался самый момент вот в конце, то есть с правой стороны, вот там где раковина. Видите, вот там я использовал, выкладывал мозаику. Поскольку там резать что-то с моими инструментами просто невозможно. Битая плиточка, то же самое. И выкладываю. Потом это все затрется, промоется. И будет достаточно неплохо смотреться. В итоге, как закончу ванную, я вам покажу. Ну, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Постараюсь на них ответить.